Добрый день, меня зовут Сергей, я агроном Спасского питомника. Только что на ваших глазах я сделал зимнюю прививку за столом, или еще как ее называют, настольную прививку. И обо всем этом подробнее мы с вами поговорим 29 февраля в 12 часов дня на базе Спасского питомника, где будет проходить семинар о зимней или настольной прививке. Я вам расскажу о привоях и подвоях, о инструментах и материалах, которые используются для зимней прививки. А также еще кучу всяких много интересных и новых секретов. И узнаем о судьбе вот этой вот привитой сливки.